Инцидент-менеджмент фиксирует и решает вопросы жителей, напоминает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». В Куйбышевском районе в доме по адресу улица Осетинская, 12, долгое время жители могли пользоваться только одним лифтом из трех имеющихся. Об этом они рассказали в социальных сетях в конце октября. В доме 20 этажей одного лифта не хватало. Платформа «Инцидент-менеджмент» направила обращение в администрацию Куйбышевского района. Теперь пассажирские и два грузовых лифта работают. Напомним, МЦУ находится в прямом взаимодействии с ЦУР Самарской области, работая в системе «Инцидент-менеджмент». На улице Первомайской появился памятник героям СВО, сообщает администрация железнодорожного района. Стелла в форме щита с бронзовой буквой Z. Его создание инициировали студенты и сотрудники политеха. Автором проекта стал художник Алексей Князев. На ступенях у основания стелы размещены шлем штурмовика и гильза от противотанковой пушки, из которой растет роза. Гильза, используемая в композиции, была привезена из Авдеевки. Администрация Ленинского района приглашает всех на танцы 10 ноября с 16 до 18 часов. Для людей в возрасте от 50 лет и старше пройдет дискотека. На ней будет звучать музыка 80-х годов, а также современная. Будет весело, интересно и зажигательно. Дискотека пройдет в торговом центре по адресу Красноармейская, 131, при содействии администрации Ленинского района в рамках нацпроекта «Демография». Вход свободный.